вытрубились. Я говорю, ну как будем, если ему задрать хвост? Представьте себе, что здесь стоит накрытый стол, шампанское все уже выпили. Я думаю, не окосили. И вы, мамаша, косая. Мужчины говорят, да они вообще не все дома. Даже вечером не собираются. Ну как же это талантливо? Я ненавижу в кино вранье. Я вообще придирчива к интерьеру, костюмам, деталям, к аксессуарам. Все. Я соглашусь с вами ввиду родственной гуманитарности. Кто-нибудь понял, что кому на Руси жить хорошо? Спектакль. Зачеркнуто даже до дыр. А кому плохо? Там только твою мать не стояла.